Приветствую всех зрителей на нашем канале. Сегодня очередная посылочка из Китая. Заказывали для дочки термометр бесконтактный, чтобы она пользовалась им. А вот что получили. Сейчас его выйму. Вот такая вот моделька. Так, вставляется сюда две мизинчиковые батарейки. Я их подготовил, сейчас ставлю. Тут даже написано, где плюс, где минус, чтобы не перепутать. Ну, есть тут защитная пленочка. Скажу, он довольно легкий. Итак, этот термометр под мышкой мне показывает 36,6. Но я взял ртутные, аж два штуки. Сейчас. И как видим, 36 у меня на одном и на втором проверил 36. Ну, на шестом десятке лет это дело такое с температурой. То есть откалибровать мне его надо на минус 6. Так, включили, кнопка, зажали. F1, F2, F3. И удерживаем вот этот вот сетап. Так, одна вверх, одна вниз. Мне куда надо? Ага, это плюс, а мне надо минус. Минус 6. И нажимаем сохранить. Раз. Проверим под мышкой опять. И получаем 36,6 на этом. То есть все соответствует, как и на этих двух. А, хотел его уже упаковать, чтобы дочке отдать, но вспомнил. Тут еще захотелось ей откалибровать одну функцию. Опять зажимаю эту кнопочку F2. И вот здесь стоит показатель температуры, когда ему гореть красным индикатором. Вот я выставлю на 37,7. Нажимаю опять сетап, чтобы сохранить. Это я уже и без него знаю. Все, выставил. Это при достижении этой температуры индикатор будет светиться красненьким. Есть возможность у меня протестировать данный термометр на теплой стеночке от грубки, что я топлю дровами.
Сейчас я вам покажу. То есть этот, ну, термометр работает в диапазоне от 32 градусов до 42. Выше, как видите, не показывает температуру. Вот 42 показывает. Все. Ну, чуть выше показывает. То есть стеночка еще тепленькая и показывает. Это вот выставленная мной граница. То есть, если меньше ее, будет зелененьким гореть. А если больше, то красненьким. То есть, как термометр, он работает, а большего от него за те копейки, что я его купил, требовать как-то глуповато. Ссылочка на него будет внизу в описании. Ну, в общем, такой легенький, удобненький, без ничего лишнего. Вот такой вот термометр. Ну, а на этом все. Всем пока и до новых видео.